Российские школьники начинают сдавать ЕГЭ. В нем примут участие 750 тысяч человек, из которых 640 – выпускники текущего года. Экзамены пройдут во всех регионах Российской Федерации, включая Крым и Севастополь. ПСО «Казань» построит Линнополис и технопарк за 2 миллиарда рублей. Объект будет сдан в конце 2017 года, а площадь технопарка составит 30 тысяч квадратных метров. Первый полный перевод Библии на татарский язык представили в Казани. Работа над переводом велась более 23 лет. Цель перевода – знакомство татар-мусульманской веры со священниками. Священная книга другой религии. Отметим, что в переводе участвовали сотрудники Казанского федерального. КФУ и японская корпорация Рикен будут изучать геном жителей Татарстана, чтобы успешнее лечить рак. Японские и российские разработки также будут использоваться в космосе. Активно изучается анабиоз, спячки и в целом реакция организма и его генома на условия космического полета. Бывшие ученики смогут оказать своей школе или техникуму спонсорскую помощь в проведении капитального ремонта и обеспечения оборудования предметов кабинетов. В Казани на Кремлевской набережной частично разрушилась бетон. Дорожка. Причиной деформации дороги называют сильную жару, а также движение почвы. Татарстанский стрелок стал вторым в ските на чемпионате России. В Липецке завершился розыгрыш командного чемпионата России по стендовой стрельбе. В заключительный день соревнований на вторую ступень пьедестала поднялся татарстанский стрелок Николай Теплый. Татарстан примет фестиваль акробатического рок-н-ролла. Казань вошла в число 5 крупнейших городов страны, где с размахом отметили 30-летний юбилей акробатического рок-н-ролла в России в рамках проекта «Танцуй в парках».